И здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в охренительный мод на Hello Neighbor. А именно на Hello Neighbor Alpha 1.5 снова у нас получается. Но это очень такая необычная версия. Мне ее прислали очень-очень давно, а вот руки только сейчас зашли, извиняюсь за это. Что у нас тут по настройкам есть? Всякая графика. Все вроде на максимум стоит. И давайте нажмем кнопочку Play. Things have been crazy, to say the least. My name is Nicholas Roth, and I'm just your average journalist. Yep. Жалко, нет субтитров. Nothing exciting ever happens here in Raven. И русского языка тоже. The biggest news you get around here is storage remodels and new restaurants. That was until about 3 weeks ago. People started going missing. Tens of people just started disappearing every week. Right at this time, my neighbor Theodore Peterson started acting very strange. Он сказал, его сосед мистер Питерсон очень странный. Like, like 10 p.m., like he's going to a bar or something. This was around 2 a.m. And this wasn't like a weekly thing. This was every single day. Yes, I think that Mr. Peterson has been kidnapping these people. It seems like kind of a big leap in logic, I know. But the thing that solidified my suspicions that Theodore Masters Peterson was the one kidnapping these people was the most horrifying scream I've ever heard. Так. Что тут написано? Press E to infarct. То есть открыть дверь. Нас тут обучают. На улице ночь. Ну, выглядит реально вот неплохо. Press F, чтобы взять. О, так, а почему слота всего 2, а не 4? Похищая детишек, что ли? Как в первом сюжете было. Hold shift to spin. Ну, прикольные вот эти катсцены, очень прикольные. Прям такие гораздо более жуткие, чем во второй Альфе. Кстати, сосед, кстати, похож немного на соседа из второго соседа. Hello Neighbor 2. Hello Neighbor Hidden Scripts. Спрятанные, то есть скрытые скрипты. Скрипт, я честно не помню, как по-русски будет. Так, найти путь, попасть к нему в подвал, хорошо. Так, наш дом, он очень похож на дом из Альфы, при Альфа и Альфа 1. Ну, что-то я смотрю, тут комнаты вроде есть. Давайте-ка посмотрим. А выглядит неплохо. Неплохо реально выглядит. Здесь у нас спаленка. Таких, причем таких цветов, как не было в оригинальном Hello Neighbor. Ну и в альфах, точнее. Телек даже показывает. Трейлер. Так, здесь у нас все. О, нифига себе. Ничего так себе. Неплохо. Неплохо, неплохо. Да, слушайте. Опа, еще дверь одна. Ну да, неплохо, неплохо. Я вполне доволен такими апартаментами. Домик достаточно уютный. Мне нравится. Прям вот реально нравится.
Реально красивый дом. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну и давайте свет включается же, да? Что-то я разницы не замечаю. Ну и ладно, пофигу. Давайте с обратной стороны обойдем, посмотрим. Это машина наша. Окон здесь нету никаких, к сожалению. Хотя могли бы сделать бы хотя бы одно. Ну, ну а так домик очень уютный и интересный. Так, ну давайте попробуем попасть к нему в дом и попасть в подвал. Надеюсь, что особых трудностей не возникнет. Графика полностью реалистичная, как и в Альфе 1.5, что очень мне нравится. Так, вот. Здесь дверь закрыта, нам ее открыть, я так понимаю, нужно. Так, тут какой-то генератор. Да, реально прикольно сделано, очень прикольно. Телевизор я включать не буду, мало ли что еще сосед увидит. Так, сарайчик вот есть. Так, рубильник. Господи, напугал. Ну-ка, дайте-ка угадаю. Тот генератор, который мы только что видели, открывает эту решетку. Сейчас проверим. Сейчас попробуем. Так, рубильник тут есть, электричество. Но мы его трогать пока не будем. Может, вообще не будем. Ну-ка, а можно прятаться? Ух ты, можно. Можно, офигеть. Картина черно-белая, правда. Семейство соседа. Ну-ка, давайте включим его. Может, это откроет эту решетку. И давайте посмотрим. Тут точно, точно, точно. И здесь находится ключ. Ключ. Прикольно. Ого, таких манекенов не было с такими руками. А, фак, 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 бежим отсюда. Фак, фак. Я надеюсь, он ко мне домой не пойдет. Так, и в какую он комнату пойдет? Давайте посмотрим, может он пойдет туда? Да, он точно, он идет туда. Значит, идем в спальню. И не палимся. Чувствительности мыши, правда, не хватает. Моргающий свет и здесь ломик. Хорошо, больничная койка еще лежит тут. Так, давайте его вырубим. Мне что-то не нравится, мне что он тарахтит. В шкаф можно прятаться? Прикольно, можно. Ну-ка, ружье. А что оно не берется? Не берется что-то ружье. Ну и ладно. Так, давайте сходим. А ворона где? А, вот она. Ой-ой-ой. Открываем дверь быстро-быстро-быстро. Чё-чё? А, там замок был. Там был замок. Так, я так понимаю. В смысле? Телепортировался, что ли, или сквозь дверь прошел? Ладно, ломик нам еще, я так понимаю, пригодится. Потому что подвал надо будет открывать. О, смотрите, а там дырки нету, кстати. Дырки в крыше нету. Так что, видимо, нам придется... Ну, зашибись, мне что теперь ждать, когда он уйдет оттуда? Надеюсь, он не будет до бесконечности там сидеть. Но мод реально классно сделан. Прям прикольно все тут выглядит. Если туда пойду, там что-нибудь будет интересное. Во-первых, я там вижу дом
оригинальный дом из Альфы 2, но к нему, к сожалению, подобраться я не могу. Консоль не работает тут, кстати говоря. А было бы интересно, что там находится, узнать. Так, вот надо бы... Надо бы найти тот ключик от... Давайте пойдем откроем, может, дверь в подвал хотя бы. Отковыряем. Так, ну ломик нам, я так понимаю, не нужен больше. Но вот ключ-карты у нас нету пока. Так, давайте и комоды обыскивать. Может, вдруг в них ключ будет. Так, холодильник. Не открывается что-то. А, капец. Блин, реально классный дом. Ну-ка. Блин, мне вообще прям нравится. Слушайте, этот дом вообще прям нравится. Кстати. А в том окне ничего нету? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, электричается. Да, прикольно, прикольно. Звуки, правда, не издает. Звук ключа не издает, а вот то, что... Ну, трейлер, как бы, что-то этого нет почему-то. Ну-ка, вот, вот интересно. А, кстати, а полеты в баках работают? Давайте посмотрим. Здесь, по-моему, нет. Присел, встал, вот не работает. А вот присел, прыгнул. Нет, не работает. Нажимая на прыжок, он встает просто. Тут мне вот, вот мне вот что-то интересно. Вот в том окне что-нибудь есть? А, смотрите, там свет моргает. Может быть... А вдруг нам попасть туда надо? Ну-ка, давайте, давайте попробуем. Та решетка закрылась вроде как. Давайте, давайте какую-нибудь хрень возьмем. Блин, она загораживает экран. А коробка тоже загораживает, но давайте, давайте мелкое что-нибудь возьмем лучше. Вот это сойдет. Так, тут стекло разбито или нет? А, то, тут стекло вышибать на... Ладно, хорошо. Не понял, это ж... это что сейчас было вообще? Это шутка была или что это? Как сосед только что появился передо мной. Так, почему у меня дом открыт? Ну-ка, закройте нафиг дверь. Давайте попробуем... Не, мне реально... Я реально хочу залезть в то окно. О, смотрите, оно еще и заколоченное. Не, мы точно туда должны попасть. Должны попасть туда. Берем еще одну книгу. Надеюсь, соседа тут не будет. Так, в окно лезем. Залезай, я же раздолбал его. Ну лезь давай, лезь, лезь, лезь. Тут что-то есть реально. Что это за манекены? О, и тут лежит ключ. Офигеть. Офигеть, как быстро мы его нашли. Прикольно, прикольно. Точно, Hidden Scripts. Очень странная у соседа комната. Снаружи заколоченные доски, а тут комната с маней... Опа. А вот и доски появились. Как-то очень необычно работает это дело. Ничего больше нету? Ну и ладно. Ничего нету. Так ничего нет. Темновато, вот только на улице что-то немного. Время суток не меняется, что-то я смотрю, спать нельзя.
открываем дверь, быстро открывай. Куда ты камеру-то повернул? Открывай дверь скорее. Ах, не успели. Ладно, у нас всегда есть и второй шанс попасть туда наверх. Он назад может бежать с той же скоростью. Это нововведение. В оригинальном Хэллоу Нейбре, по-моему, нельзя было. Он вышиб окно, что ли? Охренеть. Да блин. Он как будто... Он там, а он оттуда меня, что ли, заметил или как? Неужто, блин? Ну, там ключ-карта была, я заметил, там была ключ-карта. Так что нам надо попасть туда. Обязательно. Да твою ж налево, а! Почему в самый неподходящий момент выходит, а? Сосед, кстати, реально напоминает немного соседа из второго Hello Neighbor. Так, давайте с того входа зайдем. А тут есть проход, но он завален. А, мы еще туда пройти не можем. Быстрее, 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 надо карту взять. Карту взять, карту взять. Ух ты, а комната, кстати, тоже красивая. Смотрите, кровати стоят. Ну, комод раскрытый. Ну-ка, давайте закроем его. Какого фига он открытый? Такие надо выбраться отсюда. Какого фига? Я же кидануть просил его туда. Ну что, стекло-то почему не бьется? Да, в смысле? О, хорош. Это то, что надо было мне. Давайте, ну и давайте подвал открывать. Блин, да... Так, и... Сейчас что-то будет? А, хорошо. Подвальчик, подвальчик. Это что такое? Что это впереди тут? Не показалось ли тут человек валялся? Так, ладно. Кнопки нету здесь. Так, дайте угадаю. Я сейчас открою дверь, и за мной погоня будет. От соседа. Нет? Это тень та самая, что ли? Неплохо, неплохо, неплохо. Бежим, бежим, блин, блин, блин. Сваливаем, блин, нафиг. Блин, нафиг, блин, нафиг. Бежим. Бежим, бежим. Не останавливаемся, не останавливаемся. Открывай дверь скорее. Я что, в смысле, я туда же, что ли, попал? Опа. Конец демо. И игра сама закрывается еще, офигеть. Ну чё, короче, это очень классный мод. Это был прям вообще мне очень понравилось. Очень понравилась эта модификация. Я надеюсь, что будет полная версия. Может, она уже есть. Если знаете, пишите. Полная версия очень будет интересовать.
Вообще прям очень качественно сделали. Ну что ж, а на сегодня все. С вас и гос подписосы, с меня эпичные видосы. Очень нереально интересно, что там дальше будет в этом подвале. И чем это все кончится. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на стримский канал. И всем пока.